Друзья, всем привет! И очередной мотивирующий подкаст по поводу тренировок на улице. Сейчас я нахожусь в Китае, в городе Санья. Это столица, между прочим, Хайнани. Не подумайте, это неплохое слово, не ругательное. Так вот, и уже выкладывал я не на YouTube, а вообще в интернете везде выкладывал видеоролики, и там всякие различные фото по поводу того, что я занимаюсь уже вовсю тут. Бегаю по улицам, по паркам, по-разному тренируюсь, занимаюсь йогой, там все такое прочее, там на деревьях руки набиваю и так далее. Вот, и мне уже пишут: Шилов, ну ты че, ну на отдыхе, в конце концов, Михаил Юрьевич, на отдыхе ж отдыхать в принципе нужно. Но нельзя же все-таки делать одно и то же постоянно, друзья мои. Это не одно и то же, хотя и постоянно. Дело в том, что смена обстановки, она должна наоборот стимулировать в полной мере еще больше ваш потенциал на то, чтобы заниматься как можно больше. Потому что смена вот обстановки, новые места, они вызывают новый импульс для того, чтобы что-то попробовать сделать интересное, новое, чтобы вам это понравилось, у вас возникают новые силы. Если вам понравилось какое-то место, оно понравилось почему? Потому что энергетика хорошая. В этом месте обязательно нужно попробовать потренироваться и позаниматься. И почувствуйте, что эффект от этих занятий будет намного выше. Вообще вам будет просто по кайфу. Поэтому обязательно, ни в коем случае не нужно тренироваться везде. Нужно заниматься обязательно в новом месте еще больше. Вы увидите, как это все работает. Это работает всегда и постоянно. Поэтому я призываю делать именно так. О, а у нас супруга там говорит: идем, говорит, есть. Сейчас мы пойдем в фудзону, которая здесь вообще прикольно называется. Она называется... Как называется фудзона здесь? Какой квадрат? Нет, какой квадрат еды? Хороший квадрат еды? Да, хороший квадрат. Да, хороший квадрат еды. Ну, так они переводят тут вообще на русский. Здесь вообще на русский переводится через Google. Поэтому получаются уникальные переводы такие, которые... Да, фрукты того сезона, это на самом деле сезоны этого фрукта. Сезонные фрукты, да, которые именно сейчас, да, непосредственно. Ну так вот, сейчас я уже закончу. Вот, так вот, обязательно надо попробовать заниматься в новом месте. Увидите, что от этого будет офигенный результат. Я, как человек, который постоянно путешествует и занимается в самых разных местах, утверждаю, что это абсолютно истинная правда, и это работает на 100%. Всегда, везде. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, найдете легко. Заходите на YouTube и набирайте Шилов, либо Шилов Михаил. Все найдете, все мои там плейлисты, какие только есть. Обязательно посмотрите «Галопом по Европам», «Заметки в Индии». И посещайте мои каналы, вернее, мои сайты. Будушин.ру, Будублог.ру, Макивара.ру, Докторшилов.ком, вот, и корректура.ру. И еще придумаю потом разные проекты. Обязательно посещайте их. На этих сайтах есть форма подписки на мои бесплатные рассылки. Там будет дофигища интересных материалов. Остеохондроз, нет, не слышал. О, остеохондроз. Нет, это не проект, это, вернее, это проект, но это не сайт. Ну, там все по остеохондрозу, ребят. А вернее, о том, чтобы его никогда не было. Все, всем пока, до новых встреч. А мы пошли на хороший квадрат еды. Да, квадрат еды. Всем пока.